Тим, ребят, мы на канале Алан Тандамаль, и сегодня мы катаемся на таком вот гироскутере. Давайте сейчас. Он такой быстрый, ребят. Ну, сейчас в парке гуляем нашим. Правда, но чуть-чуть трудновато кататься. Воу! Такой быстрый. Туда вот можно, да? Ага. На нем так прикольно кататься. Он у меня такой черненький, такой красивенький. Вот он. О, какой мы сейчас скорость едем так быстро. Потом покатаемся еще на чем-нибудь. На нем так прикольно кататься, ребят. Очень. Тут много детей, которые на нем катаются. Так много, очень много, ребят, детей. У нас такие большие тут батуты есть. Вообще шикарно, ребят. Сейчас мы еще покатаемся тут сколько-то минуточек. Потом мы еще снимем видео. Вообще прикольно, да, ребят? Очень такой быстренький. Весит он, наверное, килограмм 15 и больше. О, сейчас какой мы скорости быстрее едем. Самое главное, никого не сдавить. Вообще так прикольно. Вообще жесть, ребят. Прикольненько так. Очень быстрый. Шикарный. Красивый. Он такой еще, знаете, с палкой до колен. А из которых палка, ты прям до рук так вот катаешься. А если до колен? А если вообще без палочки? Я до колен езжу. Так удобно. Вот его взяли, чтобы в парке покататься, потому что здесь хорошая дорога, а около нашего дома такая не супер такая хорошая дорога, потому что ей там попадаются камушки, можно упасть. А бывает даже большие камушки попадаются из-за этого. Ну это прикольно, тут много людей, которые катаются на нем. У нас в городе их много кто уже покупает. Мы вот тоже купили вот его. Прикольный. Жаль, что они не летают. Тогда классно было. Вообще шикарно. Шикардос, ребят. Сейчас попробуем с горочки кататься. Так прикольно. Большой у нас парк. У нас еще есть колесо обозрения. Сейчас я поближе подъеду и покажу вам его. Сейчас подъедем сейчас к нему. Ну, мы подъехали и останавливаемся и показываем вам. Вот если вы видите, правда, тут у нас сегодня такое солнышко. Вот у нас такое большое колесо обозрения. Видите, вот. Поставьте за это большой лайк, потому что у нас большое колесо обозрения, ребят. Ну, как большое, такое нормальное. Как быстро. Оу, я. Очень прикольно, ребят. Вот у нас. Я еще буду это, как его, с горки прыгать, вот такое вот. Сейчас, если вы ее увидите. Вот, мы мимо ее проезжаем.
Вот она. Вот. Еще прикольно. Вот тут еще один мальчик ездит на нем. Очень много кто купил. Я вам тоже рекомендую, ребят. Они очень хорошие. У них качество суперское. Они быстрые и суперские. А, офигеть, какие суперские. Ну что, ребят, это видео подходит к концу. Я сейчас еще сам поделаю трюки. Давайте пока сделаем такие шампунчики. Это видео подходит к концу. Всем пока-пока, ребят. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Пока-пока!